Делегация Чувашии вернулась из Франкфурта на Майне, где прошла презентация торгово-экономического потенциала республики. В ней принимали участие представители деловых кругов, предприятий, которые уже успешно сотрудничают с немецкими промышленниками. О некоторых итогах поездки рассказал министр экономического развития Владимир Аврелькин. С практической точки зрения было подписано соглашение с совместной германо-японской фирмой ADZ Nagano. Это ведущее предприятие Германии, которое занимается производством датчиков. Сегодня подписано с нашей компанией Cascade, которое подразумевает, во-первых, финансирование разработок. Завтра как раз приезжает директор данной компании, подписывает договор о начале разработок на территории каскада совместных датчиков, соединителей, с последующим пуском серии и передачей этой серии для сборки в Германии, для поставки для нужд железных дорог Российской Федерации. Я напомню, что у нас вот на территории каскада, ну, вернее, опыт с каскада по реализации с немецкой компанией Вальдмюллер имеется, и в декабре текущего года будет запущено совместное предприятие на территории индустриального парка. Проведена встреча с крупнейшим банком Германии, Deutsche Bank, по сфере финансирования, кредитования, в том числе и наших крупных предприятий. Это и Гормолзавод, это и мясоперерабатывающий наш завод Чебоксарский, который заинтересован в финансировании проекта. Мы тоже договорились о уже непосредственном прямом контакте. Я должен буду стыковать их с руководством банка для того, чтобы они дальше уже напрямую работали. Ну, а наша задача была презентовать и показать, что проекты, подобно соответствующим им критериям, у нас в республике имеются.